Я тебя пригласил. Да, ты пригласил, я сейчас. Минутку, а где ты? Присоединиться к игре. Видишь, какие последствия бывают, когда падаешь? Последствия. Да, это были последствия. Продолжить. Последствия! Баги! Последствия баги, в баги. Да. Баги-баги. Баги-баги-баги. Готов. Готов. Смотри-ка, сохраняется, слава богу. Слава яйцам. Изумруд. Это значит, мы сможем продолжить. Ура! Мы сможем... Надеюсь, с того момента, где мы... Надеюсь... А все будем заново проходить, это будет же... Не, да, я первый. Ю! Я успел. Да, ты первый. А, ну да! Да, все правильно, мы с этого момента, все правильно, да-да-да. Ты тут подобрал, да? А, наверное, уже подобрано, все. Не так-то просто. Давай, идем. Да-да, не просто. Давай, идем. Хорошо, что недалеко. Да, ну, эти мы... пробел. Слушай, если тебе так вот такие прохождения совместно с историей нравятся, тебе интересует вселенная Resident Evil? Resident Evil это что? Мог бы сказать, нам одеться это попроще. Где Umbrella, зомби. А, да-да, я, слушай, я ведь Resident Evil Village играл. Да-да-да, есть вдвоем. Да? Не хочу, чтобы Марк плакал. Конечно, пятая, шестая часть вдвоем. А, ну можем. Можем, тоже. Самая крутая, это шестая часть. Там, где Леон есть. Где основные персонажи. О! Если, конечно, ты знаешь Леона. Нет. И сразу зал четвертый. Я в ремейк какой-то играл. Вот я тебе предлагаю в этот очень сюжет очень тоже интересный. Да ёб твою! Я в норме! Успокойся уже! Ты где? Я тебя даже не вижу. Я на карте сел! Ёб твою! Я просто сейчас на карте сел! Ёбаный в рот! Я... Семки есть, ёбаный? А если найду семки? Ты не можешь шевелить? Нет! Бля... Короче, ладно. Опять? Ага. Так, Родион, это уже... Да я косорука обезьяна. Когда ты научишься ходить? А, продолжить. Я не знал, что сегодня будет так весело. А, это же. Так, я могу ведь присоединиться к игре? Я могу так, да, без приглашения твоего. А, да? Я тебя пригласил. Ой. Приглашение. Остров. Ох. Сейчас настраивает игру. Профиль друга выйти. И что? Профиль друга. Зачем? А, пятизвездочно тебе пятерку поставил. Хороший вид. Хорошее настроение. Остров. Подожди. И что? А, это. Ой. Готов. Готов. А, готов. Ой. Готов. Готовься по-настоящему. И не понял. А, вот. Фу ты. Это игра с последствиями. С последствиями багов. Да, если ты упадешь, будем так каждый раз заново начинать. Угу. Хорошо, что недалеко, конечно. Есть, успел. Так, проходи ты все-таки первый. Вот, короче, раз это тоже будет весело. Не, вот я вот где вот... Я выбрал эту игру, потому что она, ну... Вдвоем, и тут можно просто... Это как, знаешь, это как вдвоем музей пошли. Не прикалывайся, это что надо. Можно... Давай,
подумай свою задницу шоколадную. Какая-то двусмысленная. Да, да, пожалуйста, не набежайтесь, он не за зла. Да я со самой, да я шучу, я дужак я. Он добрый, очень добрый человек. А! За всех переживает. Переживает! Готовься, сейчас я. Аккуратнее, аккуратнее, помню последствия. Бок, вправо, влево. Молодец! А-а-а! Слава, яйцами замрут. Серьезно? А ну-ка. Давай посмотрим, как ты. Не говори, что сейчас ты упадешь. Это будет прикол. Не, я мастер своего дела. Сколько игр так и проходил, где сбалансировать надо. Да? Так что это меня... Да ё-моё! Всё, больше не падай, Родион. Ой. О, блин, солнце мне светит. Не, я имею в виду не в игре, а в реальности. Подожди, шторки. Какое солнце? Да нету солнца. У меня в реальности. В окно светит. Залезть. Нет смысла. Я шторы закрыл, тебе нормально. Даже не подумайте, это не рабство. Тоже помогаю. То есть мы равны, и все хорошо. Ага. Так, идем. Вы здесь постоянно живете? Всей семьей? Моя жена умерла. Мистер Дюмет, скажите, это настоящая пальма? Чего? Ее специально привезли. Это ты, что ли? Я думаю, нет. Кью надо нажимать. Да. А что с ними творится? Ой, ебануться, какая баганутая игра. Ага, с нестандартными последствиями. Домик сгоревший. Почему все разваливается? Так. Тут должно быть что-то. Само... Что-то интересное. Или нет? Опан байт. Ага. Я тоже за тобой. Так. Может, сюда? Кстати. А, чё, крыса? Осмотреть. А докуда ты проходил? Ну и гадость. Докуда я проходил? До того момента... Ух ты ж. Как тебе сказать это? Чтобы... До того момента, где... Ты сейчас... вроде бы жилье искала. Ладно. Сомневаюсь, что мне это по карману. Сердце. Зато какое освещение. Ой, вижу свое будущее. Посмотрите. Ага. А, я могу тоже смотреть? Нету базы? Да. Отлично, могу. Продолжить. Продолжить. Секреты. Мужик, женщина, дочка, моральные принципы от гостя отеля. Мария истекла кровью, Джефф был убит в ванной вместе с Марией. Ох, как романтично. Да. Чарли ответил на звонок Гантема Дюмета и принял приглашение в замок убийств, вдохновленный преступлением Холмса. Ой. Думаю, паузы не будет. Ну, продолжим наше приключение. Опа, что это? Я секрет нашел. Вот это... Бёрд Спотин. Так, здесь должно быть посмотреть. Подобный справочник перелетных и живущих птиц британских легко является птиц под... Чего? Под оград. Находите место обитания каждого вида и читайте справки об их особых поводках. Составленные опытными орнитологами. Отыскав пернатых друзей, вы сможете вести собственные записи, используя удобный раздел для заметок. Не забудьте ознакомиться с другими нашими книгами, включая «Мир птиц» в поисках самых интересных пернатых.
руководство для путешествующих по Великобритании и за его пределами ради наблюдений за прекраснейшими птицами мира. Подожди, а где это ты там читаешь? Да, я книгу читаю. Про птицы. Птицы Британии. А, посмотреть. Про Британию. Угу, я в Англии работал. Так. Это про книгу написано. А, окейшки, ну допустим-то, ладно. Я читал описание книги. Чё это такое? Если вот здесь. Проседи земному морю. Фу, блин. Так. Мы просто тупо обошли, я понял. Замечательно. Зато мы узнали много информации, здесь все будет связано с птицами. Не просто так кинули обложку, значит, будет маньяк, любящими птицами. Так, подожди. Точно. У нас же было животное, крепляющее птицы к стенке. Так, прыгаем. Когда мы играли за эти... Ой! Слушай, есть такая интересная... А, все, я отвис. Я думаю, что сяк заглючил. Устареешь. Может. О! За нами наблюдают. Угу. Винтовку мы взяли. Если бы я любила ходить пешком, то не переехала бы в город. В мои обязанности это не входит. Логично. Не спорю. Ага. Пога. Ага. Но походить полезно. Так. А я могу ведь... Да, могу так сделать. Напоминает говняный летний лагерь. А, слушай, знаешь, какая еще есть игра очень прикольная? Я как бы название не помню, но там, где... Сестра следит за своим братом маленьким, там, где у них эпидемия началась, это чума сильная, а маленький брат может управлять крысами при помощи там своей чумы. Плагио или как-то там называется, Плаги. Тоже можно твое. Плагуит! И как-то пла... Да, только вторая часть. По-моему, там тоже можно, надо посмотреть. Там тоже взаимодействуешь, тоже сюжет. Если сможем завести и подогнать вагон, то переберемся. Ой. Ты видела пульт? Да ему хана. Плюс электричества нет. И что делать? Что дальше? Ничего не работает, я на кнопки нажимаю. Как я могу решить задачу, если я не могу нажать? Потому что я, как всегда... Все мне надо решать, потому что я тут, опа. А, кстати, ты меня спрашивал, как я долго играл, насколько. Короче, я дошел до... Сейчас скажу, докуда я дошел-то. Там будет один момент опасный. Там будет один момент опасный, где связан с печкой. И там надо будет. Там надо будет выбор делать очень. Как его? Выбор надо будет делать. Открыть. Ты сейчас. А, тут телепортился, ничего себе. Ты человек. Со своих способностей. Так. Может, сможем его починить. Пожалуйста, ты ведь сейчас сможешь, да? Сейчас посмотрю. Давай реакции. Тогда это я получается, только я могу. А нажимайте, чтобы взять мультиметр, нажимаем, чтобы использовать электрический щиток. Подожди, нет. Ну вот это вот надо включать, я понял. Ну. И как он включается? Ой. Ну и Enter. Ой, нажимаю кнопку. Нет. И что? И что мне надо делать? Я нажимаю вот правой кнопкой мыши, клацаю.
И что, ничего? Минуточку, сейчас. А как можно поменять управление? Ну, клацаю я. А, вот. Так, дальше. Дальше влево. Дальше вот это вот клацаю. Да клацай ты. Ну, клацай. Пока ты решаешь головоломку, я изучаю местность. Так, клацай. Дерево. Дерево, лифт. Фонарики. Скамейки. Электричество. Инфраструктура. Здесь как город был. Подожди, а как? Ой. Да, это я. Это самое, ну. Сейчас. Так, клацай. Ага. Ой. Продолжить. Потом вот это вот. Вот это. Потом вот это. Я тебя поддержу. Потом вот это. На пробел. Вот это. Потом... Это. И вот это потом. Да ёб твою! Ну вот это. Ну все правильно, вот это. Что я неправильно сделал? Вот это. Вот это. Подсказка тут даже есть у нас. Так, вот это. Вот это. Вот это? А потом вот это? Серьезно? Молодец. Я молодец. Ага. Конечно, ты молодец. Поехали. Поехали. О? Поехали. Стареешь. А? Спи наоборот. Спи наоборот, играй. Чистый ботинок. Угу. Кстати, сейчас было только что автосохранение. А так что? Ага, это хорошо. Если зависнешь, по крайней мере, у нас будет о! Возможность исправить. А! Смотаться, смотаться! И держи Q. Ага. Я держу до сих пор. Ага. Не поднимай. Серьезно, он телепортнулся! Игрок, здесь сверхъестественные силы. Он чует, видишь, он повернулся, он чует, а... у него чуйка есть. Да ладно, он опять черепортнулся! Чего? Да ладно, он телепортнулся еще раз! Ненормальный. Интересно, что это? Да. Бонин. Хаза. Чего? Внимание опасно, ничего себе. Смотреть. Биологическое оружие. Ага, каблук. Какой еще каблук? А, это там. Ага. Так. I'm waiting for you, my friend. Угу. Посмотреть. We can continue to journey. Опасно, внимательно, внимание опасно. Окей. Okay. I'm stay a long time, a thousand years, a begin new era. Погнали. I don't believe it, you come. Come. Бам-бам-бам, да, до средневековья.
Hello. О, да мне уже полегчало. Надо было немного посидеть. Я уже в норме. Мы нашли короткий путь. Мне нужно, чтобы вы делали, что я говорю. Конечно. Конечно, мистер Дюма. Ага. Теперь все здесь. Можно идти. Друзья, прошу вас, не отходите больше от мистера Дюмета. Пожалуйста. Кейт. Ну как тебе? Жуткий летний лагерь. Ладно, мы все равно скоро узнаем, что он задумал. Не волнуйся. Ага. Да-да, скоро узнаете. Угу. Узнаете, узнаете. А раз ты завис, это все, что мы узнали. Ты идешь? Ага. Ой, какой. Боишься высоты? Ну так. Да ладно. А, провокация. Да все нормально. Чувак повернут на безопасности. Он точно будет следить, чтобы мост не рухнул. И вообще, даже если упадешь. Глянь, какая мягкая водичка. Да, да, с камнем. Ага. Тихо плещется на острых камнях. Стоп. Это что там, скелет застрял? Ага, очень смешно. Иди давай. Далеко лететь. Ты как? Принимать решение. Да, сейчас думаю, ты справишься или радость. Давай. Перенести тебя. Не издевайся. Тварь! Так, дай руку. Эй, тише, тише. Соберись уже. Давай, хватит трусить. Ну, разве страшно? Да. Назад пойдем другой дорогой. Давай, принцесса. Куда все делись? Простите, дорога тяжелая. Народ, шустрее, мы теряем время. О! Знаешь, вот этот служащий зоопарка. Что-то напомнило. Это просто, мистер Дюмет. Это место выглядит потрясающе. Ага. Опасно. Может, выходные не зря пройдут. Да-да. Это очень будет скромный домик. Ага. Привет. А ты кто? Ты чего это? Я видела девочку. Вон там. Озорство? Единственная фанатка? И та уже пропала. В этом доме все очень старое. Пожалуйста, осторожней. Конечно. Кстати, если что, я неуклюжий человек. Нас бы так не волновал. Это потрясающе. О, знакомое место. Смотрите, просто невероятно. Да, правда впечатляет. Могу я попросить вас всех расписаться? А это не все вещи? Не волнуйтесь, весь багаж скоро принесут ваши номера. Они косметику Кейт тащат. Эллен, сигарета? В синем рюкзаке. Располагайтесь, мы пообщаемся за ужином. 8. Мистер Дюмет, очень здорово. Я даже не знаю, как мне вас благодарить. Это просто невероятно. Я же говорил, что это хороший план. Да-да. Ага. Ты прав? Да, план, конечно. План гибели всех участников. Да-да-да, конечно.
Не факт, что мы сейчас все правильно приняли. Так, посмотри на лампу. О, кстати, 178. Так, да, записать. 178, окей. 178, записали. Явился, да. Дела. Белился, не сбелился. Где ты шляешься целый день, пока я тут сижу и беспокоюсь? Пропадаешь куда-то, и мне ни слова не говоришь. Ты записал, да? 178. Да, 178. Так, Джейми. Джейми. Подожди, я за ее играю? О, девочка. Эту песню я... Прости. Напугала? А ты за нее будешь? За любимца? О, господи! Я в трусы напустила! Как ты меня не услышала? Просто... Мне кажется, мы тут не одни. Кейт видела, как из окна на нас смотрит девочка. Вот кто это был. Девочка. У Дюмета могут быть помощники, семья или друзья. Мало ли. И все же... Это место меня пугает. Да, тут... Необычно. Ты что, пела? Ой, да, я ее пою, когда страшно. Эту песню я всегда пою. Панике и страху волю не даю. Но это не помогает. Да уж. 181. А, мой, похоже, за углом. 183? Это мой. Ясно. Давай. Удачи там. Не потеряйся. Кричи, если что-то будет нужно. Спасибо. Кричи очень громко. Я рядом. Нечего бояться. Хотя, слушай. Да? Давай я быстро разложусь и вместе найдем твой номер. Мне в этом доме совсем не хочется одной оставаться. Да, давай. А то я бы заблудилась. Это коридор, ты чего? Ага. Который двигается. Так, ну вот. Что ж, тут... мило. Угу. Понимаете решение. О, я знаю, как приму. Прикольно. Опять будем спать вместе, а утром поженимся. Ты говоришь во сне. Ну, если ты не в курсе. Да ну. И про что же? Тот раз ты в основном бессвязно ругалась. А, так я не спала. Просто читала подряд посты Кейт в соцсетях. Ох, дико бесит. Слушай, только не злись. Но со мной она милая. И она переживает из-за Марка сильнее, чем кажется. Херня. Она робот. А где туалет? Топ, что? По старинке. Фу, что за хрень? Если мне приспичит ночью, я рискую Чарли на горшке застукать. Подозреваю, мини-бара тут тоже нет. Тут ты ошибаешься. Ой! Это прикол этот! Вино. Не видишь? Это там наливай! Откуда в шкафу вино? Обеспокойся. Открываем. Мне кажется, если мы выпьем, Чарли будет ругаться, и мне будет стыдно опять. Да, он это любит. Но мы не на работе, еще не снимаем. Напьемся, не начнем. Я ж не предлагаю напиваться перед работой в слюне. Зачем ты это делаешь? Просто пить хочу. Кстати, а ты мило злишься. О, защита. Ах ты. Я? Что? Я совсем не злюсь. Да я так. Ой-ой-ой. Возьми мою, если микробов не боишься.
Спасибо, я лучше поищу. Где она? Она вон там, около стены, видишь? Ага, пыль. А кровать отодвинуть нельзя? Ты чего? Блять. Это типа месть? Нет. Нарочно пугаешь? Получилось. Так, ингалятора... У тебя аллергия. Да. Надо записать. Во, шикарно. И давно у тебя астма? С самого рождения. Лекарства помогают, так что я не особо парюсь. Просто надо быть осторожней. Избегать пыли, пыльцы и пугающих ситуаций. Блин, прости. Ты же не знала. Забей. Правда? О! Да, точно. Да-да. О, как я сказал. В общем, да. Уютно. Звезда. Будешь это пить? О, гадость. Все, ты отравилась. А не новичком. А ты не врешь? Пикантный вкус. Да-да. Хороший год. Точно. Чувствую немного коры дуба, нотку цитруса. Да-да-да, пиздит она. Давай-давай, будь мужиком. О! И отдельно отмечу мощный привкус старых вонючих носков. О, господи! Вот ты засранка! Ты мне все наврала! О! О, прости. Если ты про то, что ты милая... Правда? Это у меня от вина лицо покраснело. Совсем не от смущения. Да-да. Правда? Прости. Видишь, травка у меня зеленая. Я... Да, просто... Мы работаем вместе. А Чарли вечно бухтит, что нужно быть профессионалами. Да. Конечно. То есть, на самом деле, мне очень приятно. Эрин. И я тоже считаю, что ты милая. Просто... Ну... Да ладно. Нет? Ты чего? О, боже мой. Вот ты сучка. Да я прикалываюсь. 100 лет тебя поцеловать хочу. Просто боялась сделать первый шаг. Да! Лесбийские поцелуйчики! Ой, прости, прости. Лесбийские! Лесбийские! Контент 18+! Да здравствует ЛГБТ! Стоит старый извращенец! А, смотри, прикол. Дрочишь тут втихую, старый извращенец? Вам как-то помешал? Мы просто выпивали и говорили про тебя гадости. Не понял. Ты же поэтому подслушивать решил? Узнать, о тебе ли говорят? Я... Да мы просто стебемся, Чарли. Расслабься. Мне плевать, что вы делаете. А чего бродишь? Я не могу найти номер. И пиздец, как хочу курить. Хм. Странные штуки на дверях. Это цифры. Они идут по порядку. Это удобно. Спасибо, не помогло. Так, 10 минут, и давайте потом вместе обсудим первую сцену. У нас целый вечер. Может, после ужина? Хочу отдохнуть после такой дороги хоть немного. После ужина будем снимать. У вас 10 минут. Ладно, тогда скоро спустимся. Окей. А, Эрин, я осмотрел в синей сумке. Сигарет нет. Я их туда положила. Так найди. Может, кто-то из нас дальтоники не знает, какая сумка синяя.
Сам такой, гандон. Продолжение следует? Да. Обещаю. Продолжение следует. Удачно найти комнаты. Продолжение следует, лесбийские истории. Ну, это что хоррор. Да, хоррор. О, кстати, Дюмет уезжает. Давай, скорее, бегом. Сбежали. Куда это они? Буль-буль-буль-буль. Да-да, за нами смотрит. Ой, как стыдно. Нетка. А-а-а! Все, я понял. Да-да-да, это рыжая. Да, я понял, это рыжая. Ты Чарли. Нет, я не Чарли. Ну? Я ищу. А, Кейт просила передать. Сломай стены. Как найти выход из лабиринта тревоги? Вы что, издеваетесь? Вдруг это поможет тебе справиться со стрессом? Мне это не нужно. Какой еще стресс? Ну? Похоже, что у меня стресс? Не отвечай. А визитки хорошо вышли. Ага, стеснение. Гораздо солиднее смотрится. Любите вы, старики, визитки? Это... В смысле... А ты как-то пропускаешь? Профи. Старая школа. Я заказал поплотнее бумагу и логотип с твоей визиткой. Ага. Надо было одну дать мистеру Дюмету. Нашлись? Нет. Клянусь, я точно сюда положила. Не понимаю. Господи. Указание, отчаяние. Поищи в другой. А ты не искал? Поищи. Ладно. Тут только одежда и еще... вот, освободить помещение. Студию? Да я оплатил аренду не с того счета. Чек вернули. Ерунда. Попозже еще раз оплачу. Все путем. Значит, можно не беспокоиться? Конечно. Беспокойся, блин, лучше о моих сигаретах. Их нет, Чарли. Нет? В смысле? Их что, кто-то спер? Я не знаю. Хотя Кейт вполне могла бы. Или Джимми. Мне жаль. Сдержанность. Ладно, есть другие дела. Этот отель огромный. Да. Неужели во всем отеле не завалялось ни одной сигареты? Так, хочется курить? В вестибюле был бар. Опа, в баре должны быть сигареты, так? Ой-ой-ой. В барах курить нельзя, так что... Пошли, проверим. Если найдешь первый, я все прощу. Да, ты... Пошли. Не говори, что я сейчас... Пошли, ты что, за бабу играешь? Нет. Пошли, а ты за кого сейчас играешь? За Чарли. Подожди, как ты за а Чарли ты играешь? За этого старика пердуна, да? Ой, продолжить. Нет. Ну тот, кто в кепке, не? Нет, я за Чарли. За шоколад, да? Да, да. Все, ну тогда я понял, все. Мы с тобой тогда разделились. Я понял. А-а-а. Мы с тобой тогда... Так, комната закрыта, да?
закрыта комната. А, мы с тобой тогда разделились. Я думал, ты вот за эту играешь. За мою любимицу. Слушай, а ты она не понимает, что делать, да? То уведомление... Ты зациклилась, что обычно хорошо, но не в этот раз. Скажи, ты ведь не стал бы скрывать, что мы без работы останемся? Это телевидение. Здесь в любой момент можно остаться опять без работы. Это... Да, но... Да уймись ты, Эрин, серьезно. Я все уладил с каналом. Мы делаем последний эпизод, и платят тебе они, а не я. Да. О, блин. Но... Оставь эту тему. Все нормально, Эрин, ясно? Так, профессор ДЖ Пеп Хантер, автор. Ночью работает консультант. Живи свободно, окей. Ой. Ой. Извините, извините. Да, окей, погнали. Сейчас. Назад. Замечательно. Ага, погнали. Не просто я люблю это самое. Я не знаю, как ты, но я люблю это самое вот. Ух ты, как тут темно. Это самое, все осматривать я люблю. Ага, я тоже. Опа, осмотреть. Так, визитка. Найден секрет. Ага, чего? Грантем Тюмет, архитектор. Ага, визитка найдена. Угу. Я изучил данные. Я в том, что я люблю вот эти вот подольше походить, там посмотреть, все это поизучать. Потому что так. Ёб твою! А? Чего? А, это выход. Так, тут что-то еще валяется. Посмотреть. А, вот, кстати. Я штуковину нашел. Взять. Во. Was as a devil. Был ли он дьяволом? Это правда первым серийным убийцей в Америке. Джозеф Морелло. Подожди, а тут должен быть где-то секрет. Подожди, тут... Не-не-не, я про другой, я так подожди, тут картина, кстати, картина. Я помню, где-то в коридоре должна быть кар... Чего? Закрыто. Ага. Так. Это книга валяется. Так. Тут должна быть. Или я когда буду играть за ее буду играть. Наверное, тогда эта картина будет, или нет? Блин, тут должна быть картина ведь. Наверное, нет. Ладно. Пофиг, так. Сейчас. Главное, чтобы эти комнаты не... где? А, вот выход. Так, здравствуйте. Так. Ты сейчас где? Так, посмотреть. Так, мистер Морел, добрый вечер, спасибо, что решили связаться с вами напрямую. Та-та-та-та-та. Ага. Так. Угу. Так. Рауль, ты сейчас где? Я хожу по замку. Да? Пытаешься найти... О, что-то нашел, лаборатория. Ты сейчас пытаешься, наверное... Пожди, сейчас ты, наверное, пытаешься разгадать эту самую... Пожди, наверное, ты пытаешься сейчас разгадать... там надо будет передвигать, наверное. Предметы надо будет передвигать. Эй, Чарли, можно мне в новом сезоне больше заниматься звуковым оформлением? Чем-то творческим? Эрин, ты уже и так делаешь для нашей компании. О, развалил.
Hey, come here. Может, я в сувенирном магазине посмотрю? У меня уже был сегодня приступ астмы, так что мне лучше не возиться в пыли. В сувенирном продают сигареты? Наверняка. Вперед! Ой, подожди, а я меня не выпустит, да? Блин. Кто там? Подожди, это же отсылочка к фильму «Сияние». Механизм. Это же отсылка! Мистер Дюмет. Пачку сигарет, пожалуйста. Мне сигареты, пожалуйста. Слышишь? Ау! Я курить хочу. Глупо было надеяться. Ну и ладно. Спасибо, робот-бармен. Конечно, сэр. Как скажете. Да ладно. Благодарю, мой механический друг. Очень признателен. Залезаю дальше. Так. Снова куда-то снова попал. Там случайно не библиотека? Подожди. О, я вижу. Тихо, я вижу. Подсказку, тихо. Посмотреть. Вот за мной наблюдают. Во! Вот это вот и буду гореть я. Да, я знаю. Вот до этого момента я доходил, кстати. Назад. А я попал. Посмотреть. Так, найден секрет. Ага. Смотреть. О, монетку нашел. Отлично. Подожди, у меня есть факел. Ой, факел есть. Я уже что-то в Майнкрафт уже. Факел есть. Ладно. Короче, у меня есть это самое. Жига у меня есть. Посмотреть. Взять. Передвинуть. Ага. И двинуть надо. Допустим-то. Получается, каждый свою игру так играет. Ничего сигареты. Себе. Курение. Да, курение убивает. О, да, правильно. Конечно, ему надо мелочь. Черт. Отпустите. Я такое ощущение, знаешь, я знаю, что где-то ты рядом, но при этом ты не рядом. Излучение замка. Так, осмотреть. Тянуть. Да тянуть! Подожди, у меня визитка есть, кстати. Да, я могу визиткой поддеть. Оп! Опа! Блять. Потом я угощу. Честно. Так. Ага. Да. Иди к папочке. И застряла. Туда-сюда шкафчик дал. Эй! Эй! О нет, нет, нет! Ты чего? Не надо, нет! Что? Нет. Нет, не надо. Сегодня и так херовый день, и ты делаешь его еще хуже. Куда я залезаю? Прям куда-то вглубь ушел. Так, ладно. Так. Кто я? А, вот дальше.
О, да. Опа, что нашел? Ключик. Ух ты. Балконе, я где-то видел балкон. Где я не видел балкон? Что? Нет, давай работай нормально, говна кусок. А, было бы неплохо. Долбанное старье. Отдай их мне. Дай мне сигареты. Это балконе открою. Балконе, балконе, где он? Ах ты. Балконе. Ой-ой-ой. Ну все. Я сейчас схожу за механиком, и уж тогда мы тебя расхерачим. Эй, Чарли! В балконе. Да, я еще в баре. Нам надо всех собрать, и пора идти на ужин. Да-да, уже пора. А к тебе я еще вернусь. Только лом захвачу. У меня служатка пошла. Ты там один внутри? Кто это за стойкой? Что? Серьезно? Ой-ой, пугают нас. То есть меня пугают. Окей. Так, что-то... У меня загрузка идет. Так. Вестибюль. Эй, не хами, Чарли. Он первый на меня наехал, хотя я просто делала свою работу. Это я стою перед камерой, а не он. Да брось, ты жестоко по нему прошлась. Ты, конечно, была права, но он от этого только больше расходится. Это его проблемы, Марк, не мои. И? Кстати, у тебя выбор есть. Кстати, я тебе могу снизу наблюдать, как это все дело выглядит. С Чарли иногда бывает сложно. Ты видел его заметки? Да, видел. А его тексты хрен произнесешь. На бумаге еще ничего, но это так не работает. Я предлагаю варианты, а он мне рот затыкает. Просто ты... Просто он думает, что ты работаешь на резюме. А что тут такого? О, серьезно? Все... Бля! Что это? Кто тут? Кейт? Марк? Пора на ужин. Вы идете? Да, сейчас. Ладно. Блин! Слышал? Конечно, Марк. А я сейчас слышал! Чарли. Да. Да ладно. Маньяк. Да, он имитирует деятельность. Так, минутку. Чего? Выколоть глаз? Маньяк. Чарли. Привет. Чарли? Пошли, я что, за Чарли играю сейчас опять? Или кто? Ладно. Как неловко. Нам же можно выпить? Да, пожалуйста. А кто-нибудь видел Дюмета? Может, подождем? Наливай, Марк. Да не волнуйтесь. Мы же только сели. Сейчас придет. Да-да. Он же хозяин. А, кто? А, я за эту играю? Повышение оптимизма. То, что он так и не появился, типичная история для Lonet Entertainment. Хорош, Кейт. Эй! Мистер Дюмет! Ужин готов! О, мистер Дюмет! Эта прическа вам так идет? Мы открыли вино, надеюсь, вы не Дюмет? Против? Да, он точно не придет. Стоп. Почему это? Он прочитал все твои язвительные твиты. Что за хрень, Джейми? Он поднялся на паром и уплыл. Что? Когда? Как только мы разошлись. Так он свалил? Точно. Ерунда. Ты ошиблась. Я что, слепая, по-твоему? Зачем так делать? Это бред какой-то. Они очень торопились. Кстати, ты права.
Тут есть девочка. Я искала номер и видела её вдвоём. Сарказм? Это, наверное, его дочь, да? Он же говорил что-то о семье. Я не помню. И вообще, зачем уезжать? Мы что, тут одни остались? Зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? Так. А, ты за этого мужика играешь, да, сейчас? Значит, были причины. Ага. Мало ли что случилось. С очками. Может, он заказал пиццу, а они возят только в порт? В принципе, нам повезло. Как? Ну, подумай. Мы здесь среди прекрасных декораций. Да-да. Наш план по-прежнему в силе. Он не мог просто так уехать. Не надо зря волноваться. А, тревога. Народ, меня одно этот отель пугает до усрачки. И мистер Дюмет. Пусть мне до глубины души противно в этом признаваться, я начинаю думать, что Джейми права. Спасибо. Давайте потише. Зачем? Его здесь нет. Но это не объясняет, почему он нас кинул. Вернулся, чтобы обеспечить алиби. О чем ты? Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу, он мог все правдоподобно отрицать. Боже. Господи, Джейми. Стань уже нагнетать. Это не смешно. Окей, ладно, только не жалуйтесь мне потом, если вас всех убьют. Что на тебя нашло? Вот-вот. Я так. Что, так и не нашел сигареты? Юмор. Вот и нет. Наоборот, я нашел пачку особых невидимых сигарет. Вообще-то я их курю прямо сейчас. Вот. Тогда понятно, чего ты такой довольный. Так что теперь? Будем притворяться, что едим? Какой у нас план, Чарли? Так, агрессия, окей. Может, если мы все тихонько сядем и очень-очень попросим, прибегут эльфы постпродакшена, соберут для нас сюжет и сами отправят на канал? Давайте выпьем за эльфов постпродакшена и гениальные планы Чарли. Я хочу предложить тост. Давай. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеетесь, но таков крест патриарха нашей маленькой семьи. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду в 10 человек. И Кейт. Несмотря на все ссоры, ты сердце этого шоу. Ты нравишься людям? Блин, нет. Эрин кто-то потерял мою сигарету. Нет, признательность. И, конечно, за нашу новенькую Эрин. Мы без тебя пропадем. Ты единственная, кто помнит каждую мелочь. Спасибо всем. Вы молодцы. Да-да. Будем. Да-да. Ага. За нас? Да-да. Мазал тов. Да, за меня. Немножко уйти. Давайте, за меня. Этот материал поднимет шоу на новый уровень. Угу. Ага, если тупить не будем. Да, он нас точно слышал. Если бы услышал, говорил бы по-другому. Наверное, не стоит обсуждать это сейчас. Ты сам начал. Что говоришь, Кейт? Ничего особенного, просто идеи прокручиваю. Думаю, лучше сделать, чтобы фаны выглядели максимально жутко. Это просто. А только мне кажется странным, что Дюмета еще нет. Да, походу он не придет. Ну вот именно. С чего хочешь начать, Чарльз? Ты главный. Спасибо. Думаю, нам стоит начать в вестибюле. Нам пока хватает света, и символично, что там все начинается в замке убийств. С таким светом нам хватит и пары прожекторов. Можно создать эффект газовых ламп. Прекрасно. А если Дюмет придет? Если будет ругаться, я ему тоже все выскажу. Он сам нас вынуждает.
Ладно, берите все и переносите вестибюль. Теперь, пожалуйста, давайте вести себя профессионально. Да. Без профессионально. Ошибок. Чистенько. Да. Если он придет, не хочу, чтобы мы были заняты херней или разборками. Так уступчивость. Разумно. Мы за. Так, народ? Прекрасно. Рад это слышать. Противные, конечно, детки. Я за минуту справлюсь. Класс. Супер. Ага. Да. Курс изменен. Угу. Так, чего? Ага. И что? Нехорошо. А, это че? Это с очками мужик, правильно? Ага. Да. Да, это мужик с очками, типа манекен. Я понял. Угу. Продолжение следует. Так. А это за кого? Ебануться. Пробки. Так, пожалуйста, я за кого? А, я за эту играю. Пожалуйста, а ты за кого играешь, Рауль? За это желтый свитер и кофте. Желтый свитер? Пожалуйста, а кто? Кто? Ой. Персонаж, коллекция персонажей, пожалуйста. А кто желтый свитер? Кейт. Не Кейт. Кто твоя любимица? Ой! Ой! А, мою любимицу! Окей, окей, окей. Продолжить. А, все, я понял. Открыть. Да откройся ж ты! Тварь. Тут надо ключ, да? Угу. Тут, наверное, ключ нужен для этого самого, правильно? Нужен ключ, а если бы я выиграл бы за этого самого, я мог бы поддеть этим самым карточкой кредитной, наверное. Окей, почитать. Ха. Кейт творчески подошла к сценарию. А, это сюжет. Ага, это понятно. Ага. Так, посмотреть. Так, журнал регистрации. Фишер. Ага. Ага. Опа-на. Так. Ага. Ага, дальше я не могу листать. Да, там будет сейчас страшно. А Рауль, тебе подсказать или не подсказывать? А, пока нет. Нет, там... Кто тут? Мистер Дюмет? Ладно. Так. 0451. Подожди. 0451. Так, я записал. Так, 0451. Кто-то. Так. Ой.
Свет вырубили. Так. Ага. Допустим-то, ладно. Надеюсь, у меня ничего не будет. Сейчас опасного, надеюсь, тут открыть. Закрыто. Да? Ага, закрыто. Допустим. А, да, свет включи, пожалуйста, женщина. А, посмотреть. Открыть. А, я могу открыть тут. Взять. Так, записка, да, опять? Повернуться. Мистер Марк Эванс, ты, ага. Ты севастошнее, ранит, Так. Ага. Так, понятно. Ну, допустим-то. Так, свет. Это что? Я попал в ловушку. Что там? Эрин? Вы слышали? Это Эрин. Вон там. Ух ты, паника началась. Ух, все бегут. Эрин! Я не могу открыть эту дверь. Помогите! Спокойно, мы сейчас. Тише, Эрин, не бойся. Я не могу. Не могу дышать. Успокойся. Дыши медленно. Вдох, выдох. Так. Эрин, главное без паники. Будет только хуже. Мне нужен ингалятор. Черт, у нее приступ. В каком ты номере? Я скорее. Чарли, где ее номер? Где мой? Дальше по коридору. Эрин, я сейчас. Постарайся дышать медленно. Так, это я бегу. Эрин, поищи замок или щеколду, крюк, что-нибудь. Нам придется ее ломать. Все. Я не могу. Найдите, чем можно сломать дверь. Мы с Марком попробуем выбить. А, это я? Что мне делать-то? А чем выбить? Чем выбить? Да откуда я знаю, чем выбить можно? А, да я... О, да я не знаю, чем можно выбить-то. Закрыто. Откуда я знаю, чем можно выбить тут? А, я серьезно, я не знаю. Я... Как его? Вот этот сюжет я не знаю, что дальше-то делать. Вот с этой стороны я... Давайте попробуем. Так. Уйди, а-ау, уйди! Меня сейчас убьют. Поторопитесь, если что-то делаете. Ингалятор. У маньяка ему ингалятор. Чёрт. Ты жив, да? Да. Все нормально. Все хорошо. Вы его видели? Пошли. Он там. Там кто-то был. Со мной в комнате. Эрин, это был манекен. Нет, это вообще никакой не манекен. У него была шляпа, как у Холмса. Чарльз, ты ее в могилу загонишь. Ей уже мерещится херня из шоу. Неправда. Все нормально, Эрин, ты жива. Там никого нет. Угу. Давайте все успокоимся. Конечно. Отведите кто-нибудь Эрин в номер. Да не буду я лежать. Все, идем. Пошли, Эрин. Ага. За нами наблюдают, как всегда. Ага. Маньяк какой-то издевается. Так. О! О! Вот и вы. Здравствуйте. Думаю, Эрин проявила настоящую смелость. Ага. Согласны?
И где же наш гостеприимный мистер Дюмет? Свалил! Сдается мне, он покинул остров. Конечно. Как грубо не остаться на ужин. Но Чарли удалось поднять боевой дух. Тем лучше. Впереди их ждет много испытаний. Угу. Я только наблюдаю. Временами меня это печалит. Иногда я завидую вам. Я лишь записываю. А вы творите. Ага. Вам лучше вернуться, пока никто из наших друзей не оказался в беде. Совсем один. Да-да. Вот именно. Бля, класс. Ох, все собрались. А теперь давайте-ка все выдохнем и не будем психовать. Нет, Чарльз. Хватит. Эта затея и так была странная, но сейчас мне страшно. Ой, да брось. Я серьезно. Мне это все не нравится. Неприятно признавать, но Кейт права. Кто-то хотел напасть на Эрин. Мы не знаем, что там было. Я видела кого-то. В темноте? То есть я все выдумала? Все успокойтесь, ладно? Дайте мне подумать. Аккуратней. И сцену покидает наш неизменно уверенный лидер. Чего? Береги коленки. Чарли думает, но больше похоже на истерику. Может, он прав? Если не снимем эпизод, мы в жопе. Издеваешься? Что? Я просто... Я столько лет надеялась, что ты начнешь принимать решения. Любые. И ты решил? Вот сейчас решил поспорить? Знаете, может, я сдурела, но я думаю, что Эрин не показалась. Здесь опасно. Там был манекен. Какой ты манекен? Лошага. Я думаю, ты не разглядела, потому что было темно. Ага. Я знаю, что видела. Ладно. План такой. У нас есть план. Уезжаем. Так, секунду. Мы не делаем резких движений. Я сейчас разыщу Дюмета и поговорю с ним. Ага. Все будет в порядке, ясно? И мы закончим работу. Да-да. На ужин он не пришел. Почему ты решил, что найдешь его? А у меня позитивный настрой. Попробуй как-нибудь. Позитивчик. Браво, Чарльз. Твои бредни. Просто отличный план. Дюмет уплыл. Я видела, помнишь? Может, вернулся? А может, нет. Неужели трудно хоть раз обойтись без негатива? Если подумать, эта идея Чарли не худшая в его жизни. Да. Она даже не худшая за вечер. Ты особо-то не гордись. С приоритетами у тебя хреново. Вот именно. Да пофиг. Я пошел. Я с тобой. Да-да. Стой. Может, останешься? Я быстро. Правда. Ты побудь здесь, чтобы не разминуться. Плевать на его идеи. Я валю. Я уже все решила. Кейт. Я ухожу, Марк. Так да. Ты со мной? Эрин кого-то видела. Ладно, ты права. Извини, просто Чарли... Здесь опасно. Это важнее любой работы. Все так. Идем. Эрин, все будет в порядке. Жди здесь. Можете посидеть со мной, пока я соберусь? Я не хочу терять время. Я буквально за углом. Все сложим и сразу придем, честно. Да-да. Не надо! Прости, я не успокоилась. Оставь открытый, чтобы меня было слышно. Конечно. У-у-у, как все напряженно, напряженно. Ладно, гений. Где будем искать Дюмета? Я не ищу Дюмета. Я планирую съемки. Если вдруг его встретим, отлично. Кошмар. Тебя правда только это волнует? А! Нет, конечно. Кейт, скажи. Ты сама знаешь. Когда мы включим камеру, она захочет оказаться в кадре. Паша, ты что, сейчас со мной? Мудак. О, кстати, давай это немножко сейчас я отойду. Мне надо это самое... Давай, на полчасика, я поесть хочу очень. А, ты, о, давай тогда, хорошо, давай, кстати, давай тогда паузу садим на полчасика. Хорошо, давай тогда, пока. Отыщите Дюмета, какого Дюмета? Не надо Дюмета искать. У нас пауза, потому что мы... У нас все сохранит. Да, сохранение идет ведь автоматически, ведь мы ведь... Да.
Сейчас, буквально на полчаса. Давай, хорошо. А, кстати, мы записываем сейчас 14. Окей, пока.